Сейчас вот попробуем соединиться с Борисом Глебовичем Галениным, только что разговаривал с ним по телефону. Ну и по всей видимости будет по телефону. Ну давайте условное название доклада будет призвание династии Клеветы как пролог смуты. Царь Федориан стал последним русским царем из династии Рюрикович, конкретно потом уже Ивана Клеветы. И наследника нам не оставил. Потенциальный же наследник царевич Дмитрий погиб 15 мая 1991 года в Угличе. Президенты до сих пор стоят. Гибель стал во многом детонатором. Поэтому уделили ей некоторое внимание. В первую очередь вопросу, кому это гибель играет убийство были выведены. Сейчас нет уже особо нужды доказывать, что, собственно, в России не было силы заинтересованного ввести маленького царевича. Понятно, что к такому делу не мог быть причастен благоверный царь Федор Иоаннович. Тем более не было не нужно это убийство и правитель государства царского Шурина Войны. Да, если бы убит в мае 1991 года, а Борис был избран на царство в феврале 1198, через 7 лет. Многие из нас, к примеру, в начале 1984 года еще при Андропове могли предвидеть бесславное и безмятежное крушение царской державы через те же 7 лет. Приписывать что многолетнюю прозорливость Борису права не стоит. Но за рубежом русским силы способны предвидеть последствия определенных деяний надолго вперед, обладали тысячелетним опытом специфических тайных операций в ООН. Из них, в первую очередь, следует назвать католическую церковь для кратности Ватикан с ее ударом отряда иезуитов, а вторую, выходящую в эти десятилетия на океанский простор, мировой англосаксонский остров Англию. Скажем несколько слов о каждой из этих сил в интересующем нас аспекте. Православие, в отличие от католичества, относительно мало связывает себя с земной историей. Оно как бы располагается по ту сторону истории, вне исторической, и существует в истории как реальное мистическое присутствие движущейся вечности, эона, по мнению Лоскова. Герой власть в Айкумене православия отдает царю, который минует удерживающего еще апостола в своих посланиях. Православная империя, естественно, православному царю. В отличие от православия, католичество по преимуществу религии и истории. В православии центре годового церковного круга воскресенье Христово, в католицизме его Рождество и земная жизнь. Это разные картины мира. Православие теоцентрично и основная его цель, по которой человек к вечности. Католицизм, современно, по крайней мере, блаженного Августина, знает преимущество делами земными человечествами. Поэтому история декларитизма прежде движение его самого, вместе с Пасхой, Крану Небесному, к Царству Божию, Святой Готовой, Земной Путь Церкви, то есть самого Ватикана к мировой власти. Следовательно, католицизм, в отличие от православия, есть сила в принципе антиимперская и, можно сказать, даже антигосударственная. Ватикан сам империя, и задолго до формального разрыва с православием стал видеть в сакральной монархии своего первого, а может и главного врага. В свое время Ватикан создал, поддержал империю каролингов, только на время собственных целей, как светский меч направлен на противостояние истины Священной Римской империи, неточно именуемой Византийской империи, а также на латинизацию Северной Европы, включая славян. Когда Западная империя при Фридрихе II Вольгенштауна стала проявлять себя как самостоятельные силы, католицизм уничтожил династию, как перед этим руками каролингов, мажордомов хозяйственников при царском дворе, уничтожил династию каролингов. Мировинги же во время многих стариков были обладать истинной царской кровью, единственной истинной земли царского рода. В этом роде кровь троянских царевичей сливает земной с кровью земных родственных спасителей, а из своей тоже стала священная грань. Еще есть определенное основание знать, что это кровь присутствовала и династия Рюриковича. Так что у Ватикана были все вполне почтенные для его основания, полной зачистки этой династии. И, конечно, он планирует долгосрочных операций, и это будет что же касается мирового острова, то в те годы Великий был передовым вопросом того, что зовут западной цивилизации и западной Европы. Поясним, что это такое, опять же, в интересующей нашей аспекте. Люди у государства и права на это, так называемые пятиразвитые государства, восточного и западного. В восточном случае власть первична по отношению к собственности. Западным наоборот, собственно, первично по отношению к власти.
Восточный принцип реализован в Бразильской русской империи 2-3 Рима. И в этот день увидел Советский Союз. Философия в России это не случайность, не принцип, а необходимость. Ушло за климат и император. У нас будет успешен только тяговое государство, по выражению Ключевского. Мы же можем говорить о русском цивилизационном социализме, не путать с формационным социализмом Маркса. Собственно, и существовал в некотором смысле у нас до указа 1762 года о воле дворянства. До этого землепашец был крепок в земле дворянина, пока последний был крепок государя службой. Некоторая наука для установления была советская, это в сталинские времена, когда служил и даже на крупных постах, имел привилегии в виде машины глазарь, пока реально служил. Понятно, что идеологические установки были во многом другие, но аскетизм, самоотречение и самоотвержение поддержали слуг трёх и царской, и русские, русские врата и сталинской империи. Говорить не просто о восточном, а о православности государства, сравнении с западным католическим, а то представьте. Можно сказать, что православное государство – государство служения, а западное – государство прав. И надо сказать, что государство служения наиболее близко существу самого христианства, самого, как бы сказать, бытия всего. Потому что служение входит антологически в само, в саму Святую Троицу. Вот многие отцы говорят, что творению мира предшествовал так называемый вечный совет Святой Троицы. Бытие 1.26, сотворим человека по образу подобности. Решающую роль в этом совете сыграла, разумеется, согласие Бога, послужившись от того, где творение, и даже до смерти крестной. Митрополит Антоний Суровский приводит в одной из своих проповедей слова протопопа Авакума из Иоанна Жития, тот, опираясь на Иоанна Златоуста, представляет мне так диалог, отца и сына перед вечным советом. Отец сказал сыну, создади мир, и сын ответил, да, отче. Но этот мир, говорит отец, отпадет от своего пути, и для того, чтобы нас спасти, и придется стать человеком умереть. Да будет так, сказал сын, и Господь создал мир. А присутствующие, по мнению многих отцов, предвечно в совете Девы Марии, об этом Ловкий сын говорит в своем мистическом богословии, ответила «Все раба Господня». Вот и симфония служения сына и Девы все произошло, происходит и будет происходить. Мы говорим, в Боге все вечно и мгновенно. Сиюминутно. А ну, это говорит, умели выражать, как сказал Кант, только в терминах религии. Вот, и сказано сейчас следующее, что и мы, подражая Христу и его матери, должны служить Богу, Родине, ближним, а человеческое общество, в лице государства, традиционное, значит, православные ценности, должно быть всегда служение, а не прав. Государство прав от противника Божия, со всеми последствиями. Если в государстве служение, права даются для осуществления служения, то государственные права и служение служат для наращивания прав, оттуда коррупция и все прочее. Вот, мы вернем, значит, дальше. Вернемся к мировому острову. Понятно, что с военными морским успехом мирового острова уже в 16 веке стояли хотя бы частично силы так называемые возбуждающие. А конкретно, по определению Ивана Гумилева, имеющие тысячелетний опыт управления финансовыми и иными материальными потоками. И Россия для мирового острова могла быть приемлема только, конечно, еще одной идеи. Зачистка династии, неизбежно следующей за ней смуты, и создавали сами по себе ту мутную воду, в которой стоит дом говорить, рыбу с Семиром Рыболовым. И еще одно, сравнить недавно было отвечено, чтобы вы стали слушать, и опять же, это земли, как бы, до мирового острова, главной яркой геополитики, трудно увидеться, хоть создает охране царки и королевские обязательно на всех пунктах. Не является секрета британских всех странных смертях и просто обстоятельных убийств русских царей от Ивана Грозного до императора Павла I и Николая II. Ну, мы не относительно посмотреть на наличие в будущей империи. До сих пор, значит, следует учить еще помимо иностранных очевидных врагов, в России всегда была в некотором смысле потенциальная пятая колонна. Дело в том, что государство служение
который сам Московское царство, вот оно выделяется, я еще помню, Сергей читал, по-моему, некоторые связи времен, где он говорит, что если бы Киевская Русь была в сущности права государства по типу феодальной Западной Европы, то есть князь определял свои права бояру, права своего бояре, своих права князя крестьян, как на Западе, а уродаренные татары Руси, московский князь без условий дал крестьяне землю. И, пожалуйста, пахай богатей, если надо, знаешь, как он просто развертки на значит, продукты, и если надо, в армию пойдешь служить, в ополчение брать. То же самое бояр давал без всяких условий, и медни для кормления. Но если надо служить не месяц в срок, такой, как европейский рыцарь, а до победы. И вот эта структура пирамидального государства, вот тягового государства, служила государству Святой Руси, она была оптимальна, она, где было служение, начинается великого князя на последнее землепашество, в целом государство была оптимальной, кстати, провоцировала большое самоуправление земли на низу, иначе она просто из громадных наших пространств не могла управляться. Потому что это государство подсоединено было Богом, это очевидно все это расширение за полтора века Московского княжества царства и золота под Ром-Яги до Тихоокеана. Но это такое государство всегда тесно для сильных людей в своей земле. И все почти системы. И потому что недавно сказал отец Ивана Грозного, великий князь Алексей Иванович, что русского народа три врага. Мусульмане, латвийцы, и сильные люди свои люди. И если первый два процента полный могли исторически войны, то 30 всегда стало в своем месте. Меняет очень так исторические обличия, и этот текст понижает счастье своим моральным. Пусть и понимаемые интересы элиты, говорящие образованные, как тысячи говорят, крестьяне за два, соседних людей нашей земли, зачастую расходились и расходимся между русского народа и русского государства. Не будь слишком смел предпражнения, если я буду действовать, я лучше буду делать боитель другого, а времена народа создать, конечно, не сильно не злить, а прижить ним, и поднимем счастье отечества и языков. И на шаг дальнейшем истории Санкина, я тоже взял пусть материал для своей занимаются. Здраво, Борис Годунов. И последняя ремарка в ней, Борис Годунов, народ изглобствует, потому что позволяет нам выявить крипто замысел поэта, показать возможную гибель России в результате соответствия воздействия внешних сил при участии отечественной пятой колонны. Что и проявилось во время первой неудачной революции 5-го года при крушении государства России в 1917-1991 годах. События и замолвства, говоря математически, по схеме проведения, и из-за военных поражений, а исключительно вследствие внутренней смены из дневных верхов сильных людей своей земли. И не за исключением, что сильные люди своей земли сидели как пуш подвейников, четко выполняя приказы проживания верховного верховном командовании, это великая отечественная война. Причем, несомненно, не вина прощения за ошибку Иосифа Сергеевича Сталина. В качестве основного вывода подытожу. Россия в любой форме политической статуры меня не поделила любой серьезной войны. Необходимо предварительно зачистить ликвидация пятой колонны. Против лишних героев войны, сплетая кровь, будут вновь сутки. Ну и последнее некоторое небольшое совсем замечание, что, на мой взгляд, важное. Нет, и старейший Дмитрий, не имеет даты на смерти 15 мая 1991 года и 22 символа. И вот 91-й, как бы, мне кажется, случившийся ровно величины интерес, когда срок распал России. А 15 мая 1917 год Россия встречала память героя второй эскадры, погибшей при пустыне, и, как показывало историческое расследование пустыни на здание конца русской истории, сорвавшей победу революции в 1905 году. Ну, вот на этом я закончу честь имею.